Завершился осенний этап ежегодной республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни». В октябре-ноябре в различных мероприятиях приняли участие около 250 тысяч человек, в том числе в возрасте от 14 до 30 лет более 200 тысяч человек. В программе акции значились свыше 9 тысяч различных событий – лекций, конкурсов, концертов, встреч за круглым столом. Разумеется, на всех шла речь о том, как эффективнее и интереснее проводить профилактическую работу среди молодежи. Одной из главных ролей в этом процессе играют добровольцы. Армия волонтеров в Чувашии довольно многочисленная. У нас созданы и действуют более 1500 команд, более 42 тысяч волонтеров. Сегодня лучшие из лучших собрались, чтобы принять участие в очном этапе республиканского конкурса «Доброволец Чувашии-2013». Кто-то добровольно помогает пожилым людям или проводит профилактическую работу с молодежью. Есть и такие, кто является добровольным донором крови. Объектов для приложения добровольческих усилий более чем достаточно. Мы с организацией «Зеленое движение ЭКО» хотим изменить отношение людей к окружающему миру. На сегодняшнем мероприятии я буду представлять акцию «Посади свое дерево», в рамках которого мы в этом году за две акции посадили 55 тысяч сосен. В наших акциях принимало в общей сложности 300 человек. И мы считаем, то, что руками молодых людей, простых активистов, посадить 55 тысяч сосен – это большой и достойный результат. Волонтерское движение в республике растет, и новые добровольцы уже готовы вступить в его ряды. В рамках конкурса мы решаем несколько больших задач. Первая задача – это то, что необходимо выявить ребят, да, и, соответственно, поощрить, да, то, что вот они занимаются добровольческой деятельностью. Хотя они не требуют никакого поощрения. То есть они это делают, ну, ради себя, потому что они по-другому не могут не делать этого. А вторая задача – это то, что необходимо, чтобы ребята между собой общались. Поэтому сегодняшний финал, наш очный этап – он проходит в общей обстановке. Итоги конкурса станут известны чуть позже, но сам факт существования массового добровольческого движения – уже победа всего общества. Дмитрий Точилов, Михаил Дементьев, Андрей Спиридонов. Республика.